На левом берегу в тройном ДТП погибла женщина. Сегодня днем на улице Иволгинская 40-летний водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу. Предварительно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомашиной Toyota Wish, после чего совершает лобовое столкновение с автомашиной Honda. На данный момент установлено, что в результате ДТП погибла женщина 1965 года рождения, пассажирка автомобиля Toyota Prius. Все остальные участники ДТП осматриваются медицинскими работниками. Устанавливаются все обстоятельства. Отмечу, что из-за этой жуткой аварии на левом берегу образовалась огромная пробка. Была она и в обратную сторону, и начиналась с улицы Барсоева. Еще одно ДТП произошло накануне в Улан-Удэ. Водитель автобуса «Волгабас» сбил 15-летнего велосипедиста. 47-летний водитель автобуса «Волгабас», следуя по проспекту автомобилистов со стороны 502-го километра, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП 15-летний велосипедист с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Точную причину дорожно-транспортного происшествия установит специальное расследование. В столице Бурятии подростки толпой избили девочку, повалив ее на землю. Все произошло на улице Бабушкина, поздно вечером возле кафе. Снятое очевидцем видео быстро разлетелось по социальным сетям. Прокуратура республики организовала проверку. В Тункинском районе Бурятии нашли виновного в ДТП. Им оказался пьяный 21-летний молодой человек, который угнал машину и въехал в здание кафе. Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав молодого человека нет. Он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Гражданин ранее не судим. Студент одного из вузов города. Напомню, накануне утром парень поехал по улице Трактовой, но не справился с управлением и врезался в здание общепита. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся, а пожар ликвидировали практически целый день. Юлия Пермякова, Валерия Смольникова, Базар Аюшев, Бато Гармын. Новости дня.